привет! Сегодня мы с вами будем рисовать вот такой вот пейзажик, елочки и домик в огоньках в рамках нашего уютного марафона. Начинаем. Значит, я подготовила уже сам рисунок в карандаше. У меня бумага Illustration Pro 200 грамм от Sketch Marker. Вот для маркеров гладкая вот такая бумага. Вот. Я рисую прямо в склейке, поэтому на всякий случай я положила листочек офисной бумаги снизу. Так, поехали. Сначала мы убираем лишний грифель клячкой. Вот это делается для того, чтобы не засорять наши маркеры. Вот, пишущее перо, чтобы туда лишнее не впитывалось. Особенно это будет заметно в светлых маркерах. Вот. Убираем лишний грифель, но так, чтобы, конечно, ваше изображение было видно. Такое самое особенно темные места. В маркерах преимущественно начинают тоже со светлых тонов, поэтому мы начнем сначала с наших огней. Вот, и будем постепенно наращивать тональность и будем потихоньку захватывать наше окружение. Вот, видно, у нас вот эта часть, она будет такая самая яркая, самая светлая. Мы также хорошо прорабатываем передний план, это наши елки. И вот эту вот большую ель, ну, можно еще вот эту вот. Задний план уже не нужно так подробно прорабатывать, мы его будем потом так объединять цветом. Так, поехали. Так, я начинаю с нескольких цветов. Я тут подобрала для коричневых и желтых вот такие вот оттенки. И начинаю с 42-го, рисую огоньки. Огоньки мы будем делать сначала светлым, а потом вокруг утемнять, чтобы получался свет. В принципе, их можно блендером выбеливать, но тут все зависит еще от бумаги, позволит ли она. И они все равно будут не такие яркие, как если вы будете оставлять сам лист. То есть мы намечаем, где у нас огни располагаются. Где-то они поменьше, где-то они побольше, где-то вот тут пореже, где-то почаще. Так, вот здесь вот у нас. Какие-то, если они покрупнее, то можно серединку прям белую оставлять. Так, вот этот вот фонарик, он вообще у нас такой самый яркий. Тут можно даже вокруг него добавить света. Теперь наносим сразу теплые оттенки в область света, где у нас лежит снег. Для этого я использую Y24. Прямо нижнюю часть можно не закрашивать, которая соприкасается с деревом, а вот на изгибе. И также у нас от верхних фонариков падает свет сверху на снег. Поэтому он не только снизу подсвечивается, но и сверху. Поэтому проходимся немножечко в верхней части. Вот. А вот этот верхний сугробик, он только снизу. Так, и у нас достаточно теплого оттенка вот эти вот сугробы на переднем плане. Вот этот вот, вообще он здесь в контражуре, поэтому у него по краю прям теплый будет цвет, и елка здесь в контражуре. Так, теперь начинаем утемнять домик. Thank you.
в области огонечков мы добавляем такой светлый рыжевато-коричневый. Теперь предыдущим желтым нам нужно немножко растушевать вот эти вот границы вокруг наших огней. Так, теперь начинаем еще больше утемнять. Сейчас свет не выглядит светом, потому что нету контрастных теней. Когда появятся более темные участки, свет будет выглядеть намного ярче. Оттенки коричневого, в принципе, вы можете брать любые. Того, что имеете. Вот это можно сделать и более холодными оттенками. Главное, чтобы у вас были такие вот теплые желтые, оранжевые в цвету. Сейчас в основном просто набираем тон, и чем темнее мы делаем вокруг дерева, тем ярче сейчас засветятся наши огоньки. То есть, чтобы был свет, необходима контрастная тень. То есть, обязательно вокруг должны быть темные участки, чтобы засветились огонечки. Поэтому сейчас мы в основном все уплотняем, уплотняем нашу тень. Сейчас я делаю это BR70. Но это будет тоже не самый темный. Сейчас еще буду вводить еще темнее коричневый. То есть, видите, утемняя огни, я каждый раз оставляю немножко предыдущего цвета.
Вот, чтобы получился плавный переход от самого светлого, от желтого, более темного. Так, и теперь еще самую плотную тень мы делаем. Ее я делаю BR80. Особенно то, что нужно вытащить на передний план. Вот этот можно местами где-то усилить. Вот, оно выйдет вперед. Теперь переходим к снегу. Нам потребуется B93. Можно, да, также добавлять более голубых цветов, то есть это вот более фиолетовый, это B93, B123, Cornflower и Sea Lavender. А можно что-то более в голубизну кое-где добавлять, то есть можно смешивать цвета, потому что здесь есть как желтый, так и оранжевый. То есть у желтого это фиолетовый противоположный цвет, у оранжевого синий. Поэтому как бы оба цвета здесь нужно использовать. Так, ну я начну с фиолетового. Особенно на стыке желтого вот этой вот подсветки, да, лучше фиолетовый. Вот, ну, синего я тоже сейчас буду добавлять. Вот видите, я оставляю сверху светлую часть и снизу, потому что у нас с обеих сторон светят лампочки. Здесь вот то же самое, да, я оставляю контур светлый, где у меня вот эти вот кусочки снега, которые лежат на елочке, они освещены огоньками, там будет вот в контражуре они будут светлые, да, желтые. А в тени уже мы делаем тень холодную. Она будет такая фиолетово-синяя. Вот здесь то же самое. То есть я оставляю тоненький контур белый. Ну, вот он у меня немножко желтым там был сделан, да? Вот тут у нас еще лампочки есть. Свет от лампочек. Тут можно особо не смотреть на темные пятна, которые у нас елка сама просвечивает. Мы их потом еще сделаем еще темнее. Ну, видите, мы оставляем везде этот белый контур по краю сугробиков, потому что здесь в основном весь снег лежит в контражуре.
То есть, когда объект находится против света. Мы видим светящийся ореол, такой контур вокруг него, а все остальное, сам весь объект у нас располагается в тени. Так, это вот только первый слой. Сейчас я буду еще сильнее утемнять. Я сейчас сделаю фрагмент, чтобы вам было понятно. Потом уже сделаю все остальное. Так. Вот, и в некоторых местах я затемняю еще больше. Вот видите, когда тень становится более плотной, свет сразу такой становится яркий, да, он начинает действительно светиться. Потом я немножко растушевываю предыдущим сиреневым, чтобы было так же поплавнее, не так контрастно. Бумага это достаточно плотная, 200 грамм, поэтому она достаточно хорошо переносит такого рода размывку. Тут сосульки, они немножко просвечивают, поэтому там такой цвет сейчас будет. Сложно на холодный и в то же время теплый. Там немного просвечивает коричневый. Так. Они такие теплые, они огни сквозь них проходят. А вот здесь вот они уже в тени. Крыша у нас уже входит в тень, поэтому мы ее здесь заливаем фиолетовым, делаем там какие-то неровности. Вот здесь вот я уже добавлю немножко голубого для размытия, потому что сама тень там уже голубоватая, и на крыше тоже. Добавлю снег, немножко голубого. Так, там у нас труба, она там полностью тени, поэтому ее делаем самым темным. Так, теперь поработаем вот над этой елочкой. Усилим снегом. А тонким пером в некоторых местах можно подчеркнуть еще раз максимально контрастные участки. В основном это где вот именно перелом формы. Thank you.
встречать на стыке света и тени. Кусочек, вот этот фрагмент сделаю елку. Так, елку я буду делать. Сейчас я попробую. B50 и B20. В тенях где-то буду добавлять V20 и B80. Это совсем которые будут темные-темные участки. Так, сейчас начну пока с B20. Тут не обязательно прям вот дотошно вырисовывать каждую веточку. Можно немножко пофантазировать. Так, тут достаточно произвольно рисуем ветки. Так можно вот только смотреть по референсу самые темные пятна. Так, и вот эту елочку сейчас сразу делаем. Сверху у нас вот тут осыпавшийся снежок. Тут, в принципе, можно как бы любой такой цвет использовать достаточно плотно. Это может быть и темный синий. И темно-зеленый, и вот такой вот холодный зеленый. Вот здесь не сильно принципиально, любой такой оттенок подойдет. Главное, чтобы он был достаточно такой плотный. И лучше все-таки холодного оттенка, потому что здесь на контрасте с теплыми огнями тень будет лучше смотреться холодная. Здесь можно вот внутри добавить вот эти желтые просветы. Ее вот немножко здесь вот размыть. Так, и вот здесь можно чуть-чуть добавить тепленького, потому что оно там просвечивает кое-где. Вот здесь вот эти вот теплые моменты. Видите? Туда проходит свет, и в некоторых местах мы его видим, поэтому кое-где можно добавить теплого оттенка. Вот здесь вот я побольше снега добавлю. Придаю немного живописности моему рисунку, добавляем различные холодные оттенки. Вот в снегу самое главное это вот этот вот плавный переход от света к тени. То есть он кое-где есть четкие границы, но в основном он такой мягкий, потому что сугробы, они, когда вот такие свеженькие, они такие кругленькие, идеально такие ровные. Поэтому тут важно сделать вот этот вот плавный переход, чтобы он был такой мягкий. И вы добиваетесь этого размыванием более темного цвета, более светлым. То есть вот эту границу мы растушевываем. Мне вот кажется, что при добавлении больших оттенков разных смотрится лучше. На мой взгляд, когда вот поживописней, как-то всегда смотрится интересней. Вот.
То есть не только фиолетовый, но вот я добавляю и синего. Это такой более ближе. Ну, он не ближе к ультрамарину, но он такого оттенка. В серии, ну, фиолетовый сюда лучше уйти, чем брать голубой. Типа Sky, типа. Ну, если сравнивать с акварелью, то типа голубой ФЦ. Здесь больше подходит ультрамарин. Вот, и так вот потихонечку сейчас мы будем набирать все наше окружение. Затем мы анализируем и, например, будем какие-то места там еще уплотнять. Я сейчас вот здесь на примере покажу сразу. То есть я потом как бы смотрю уже в общем и смотрю, где мне еще уплотнить. Вот этот вот снег где-то был более контрастный, а где-то наоборот мне нужно, чтобы он ушел на задний план. То есть я вот здесь вот уплотняю, чтобы он у меня туда ушел фон. Здесь немножечко добавлю теплого оттенка. Так, и вот где вот тут. Особо много не надо, можно оставлять местами белыми. Здесь чуть-чуть подразумею, где у меня огоньки. Можно эту щетку дрожжу рукой где пройтись теплым. Только выбирайте какой-нибудь такой светлый прям оттенок и не холодный желтый, а обязательно теплый желтый, чтобы дать ощущение вот этого уюта, теплоты, вот этого освещения. Вот. И сейчас сделаем немножко вот тут вот, чтобы сразу вот смотреть, как у нас сейчас дом выйдет на передний план, когда мы утопим задний. То есть я беру сразу B50 и прохожусь по заднему фону. Оставляю небольшие где-то кусочки, потому что там у меня такие же елочки в снегу. Вот, но поменьше. То есть без проработки. Мы просто создаем ощущение, что сзади у нас там стоят вот эти вот ели. Так, там у нас сосульки висят. Если закрасить, ничего страшного, их потом можно сделать ручкой. Можно вообще не рисовать. Не обязательно. Ну, так они придают декоративности. Тут уже лучше работать широким пером и большими пятнами. Не зацикливайтесь на прорисовке. Старайтесь просто такие пятна основные давать. И тут просто смысл в том, что у нас снег падает сверху. Соответственно, мы рисуем темную часть снизу ветки, а сверху мы оставляем белое. Итак, поглядывая немножко на референс, мы делаем эту елку. Где-то у нас там стебель. А где-то у нас просвечивает ствол. Верхушечка она тут такая.
больше там на ней снега, и нет тут на лапах. Можно оставить покрупнее какие-то элементы белые. Вот. Тут я тоже себе вот этот карандашом я обозначила самые крупные участки снега. Остальное все делаем сразу маркером. Смотрите, если у вас небольшое количество маркеров, небольшое количество цветов, в принципе, тут достаточно одного вот этого цвета, холодного, темного. Можно как на переднем плане взять B20, можно я вот взяла еще поплотней, чтобы сразу ушло все это на задний план. Можно, в принципе, делать разнообразие, добавлять еще какие-то синие оттенки. То есть этот оттенок более зеленый, можно добавлять какие-то другие цвета, фиолетовые, синеватые. То есть это вот B80, вот если я начитаю, он более такой синий. Вот. Либо сделать это вот здесь вот уже вторым слоем, такие самые глубокие тени. Потому что все равно где-то там есть прям такие совсем плотные участки. То есть вот, да, верхнюю часть я тут уже особо не прорисовываю, просто делаю тут иллюзию снежных шапок. Вот около дома я добавляю больше синего, то есть плотнее я закрашиваю по контуру дома, чтобы его вытащить на передний план. Так, ну вот смотрите, вот эти вот здесь елки мы проработали. Так. Ну точно так же мы делаем вот здесь вот, вот эти вот елки. И это точно так же прорабатываем, только вот этот вот кусок немножко по-другому, там больше теплых оттенков. А теперь что самое важное. Когда вы сделаете все эти елки, вам нужно теперь вот эти вот шапки снега утопить на задний план. Вы это можете сделать таким же сиреневатым, голубоватым. То есть вы используете вот эти вот же оттенки, которые вы использовали впереди. То есть мы проходимся сиреневым целиком по всем нашим снежным шапкам. Я тут сразу пройдусь еще, сделаю горы. Вот, сначала мы делаем это просто самым светлым оттенком. Сиреневатым, либо голубоватым. Как раз тут даже немножко размоется наш зеленый, что тоже хорошо, потому что все-таки это задний план. Нам не нужно особо привлекать к нему внимание, поэтому даже неплохо. Так, ну там сейчас мы тоже все проработаем. Вот смотрите, можно какие-то небольшие кусочки ставить посветлее. Есть вот у нас вот здесь вот пару веточек. У меня на печати плохо видно, на референсе будет лучше. Здесь вот посветлее, то есть здесь еще все-таки идет яркий свет от нашего здания. И кое-какие веточки, они теплые. В принципе, это можно сделать. Это можно даже сделать потом, в конце. Вы просто самым светлым желтым, который вы использовали, у меня это Y24, можно чуть-чуть добавить на несколько веток. Вот. Так, теперь у меня немножко подсохло. Я возьму еще два цвета более плотных, B82 и B63. И пройдусь еще кое-где по елочкам, чтобы местами побольше утопить вот эти вот снежные шапки.
потому что где-то они там западают. Вот особенно вот эта вот елка, она там уже стоит. Далеко от тени. Ее можно прям поплотнее. Вот это сделаю более синим. То есть тоже уплотняю, даже в таком масштабе я уплотняю с той стороны, где у меня тень. То есть у меня отсюда идет свет, значит, с той стороны тень у каждого сугробика на веточке. Поэтому я стараюсь все равно лепить с объемом. Так, и еще я, пожалуй, сразу немножко полеплю там горы. Не буду их сильно прорабатывать, но фактуру им дам. Покрывает большие поверхности, что очень так удобно с большими штрихами. Здесь кое-где можно то, чтобы они вот были все не одинаковые, да, по плотности, какие-то можно ввести. Так, и вот эти вот я, наверное, тоже сделаю поплотнее, чтобы вот этот вот кусок у меня крыша вышла вперед. Так, теперь я хочу еще B50. Пожалуй, наверное, даже B80 я добавлю в елках на переднем плане. То есть я сделаю вот здесь кое-какие фрагменты, которые у меня будут совсем плотные. Эти вот самые глубокие тени. Вот видите, сразу когда проваливаются вот эти кусочки. Туда вглубь. Тут можно немножко уже обозначить веточки, потому что вот в данном случае это передний план, его можно проработать уже поконкретней. Нам уже это достаточно важно. То есть вот сзади мы таким не занимаемся, там мы не прорабатываем. Там можно просто сделать какие-то участки более темные, чтобы елки были объемные, но мы там не делаем, не вырисовываем никакие ветки, не занимаемся этим, иначе елки выйдут вперед, а этого нам не надо. Бумага немножко у меня рыхлая, поэтому гасит свет, она вот так впитывает достаточно хорошо. Вот это мне приходится местами проходиться несколько слоев. Так, и вот эту елочку я еще тоже сейчас с ней поработаю. Тут у меня немножко другая форма получилась. Сейчас я ее поправлю. Не относится к елке. Сугробик гладенький. Так. И тоже тут кое-где я такие небольшие веточки обозначу синим цветом. B50 и начинаю делать елочки.
Вот в этих двух елках я добавляю в тень немножко коричневого. Ну, не всю тень я делаю коричневым, а только добавляю какие-то участки. И здесь тоже вот эту вот елочку, особенно вот эту вот часть, вот этот кусочек, его можно более детально проработать. То есть тут как бы вы уже веточки вырисовываете более похожие на ваш референс, на вашу натуру. То есть можно чуть-чуть как бы прям их детализировать, потому что это все-таки уже передний план, так же как вот эти вот елки. А вот те, конечно же, не надо. Те мы сейчас утопим. Я широким пером прям вот сверху прохожусь. Тут я сразу беру побольше тональность, допустим, 23. То есть я оставляю только вот эту елку, потому что она сильно впереди, а вот эти вот, которые сзади, я их затемняю. Не все можно фиолетовым. Какие-то фрагменты, так же как вот здесь мы делали, можно сделать синим цветом. Например, B63. Ну, или каким-то другим. И сразу я там тоже сделаю горы.
Так, вот я подзаправила маркер, у меня закончился один. И еще посильнее завела небо. Потемнее, чтобы было. Что-то попало, но ничего страшного. Так, это у меня B64. Вот, теперь после того, как проработано все, те детали, тут все сделано, можно теперь посмотреть и обобщить какие-то элементы, чтобы они ушли на задний план. Елки вот эти вот, вот эту вот боковую елочку. А передний план тоже посмотреть, может быть, где-то надо, наоборот, потемнее сделать. Выделить какую-то часть. Может быть, тоже тут где-то обобщить поверхности. Чтобы они вот так вот вышли вперед. Так, ну когда все готово, можно это делать линером. Я сделала огоньки в серединке белыми, чтобы они так поярче светились. И чтобы было так более атмосферно, можно добавить снег. Падающий. Можно это сделать белой ручкой. Сейчас немножко здесь вот контражур подчеркну. Это елочки, чтобы она тоже так вперед вышла. Так. Вот, можно это сделать ручкой белой снежинки. Можно сделать красками и кисточкой, там что у вас есть. Гуашь, акрил. Ну, то есть вы разводите вашу краску достаточно густо. И другую кисточку делайте брызги. Лучше вот так вот делать кисточкой, потому что они получаются неравномерные, какие-то покрупнее, какие-то помельче и очень похожи как раз на снег. Главное, не слишком жидко, чтобы не был клёкс. Но это делается уже в самый последний момент, когда работа закончена. То есть посмотрите еще раз на нее целиком. А потом уже. Есть такое. В общем, в принципе, все. Жду ваших работ и третье задание нашего марафона.